Забота об охране здоровья женского и детского населения является приоритетным направлением развития здравоохранения Республики Беларусь и политики государства в целом. В соответствии с этим в стране с 1997 года проводится реорганизация деятельности родовспомогательных учреждений по принципу разноуровневых перинатальных центров. Создаются необходимые условия для максимального сохранения жизни и здоровья беременной женщины и новорожденного ребенка. Результаты такой работы в Брестской области есть уже сейчас. Об этом говорят цифры рождаемости в регионе. Демографическая ситуация в области складывается, могу сказать, хорошо. Вот. Ну и наше учреждение – это отражение всей ситуации, которая в области складывается. Хочу сказать, что вот последние 5 лет рождаемость у нас увеличивается. И вот эти цифры, конечно, может, где-то они такие какие-то и голые для кого-то, но тем не менее, вот этот коэффициент, общий коэффициент рождаемости у нас растет. Если брать по итогам за 8 месяцев этого года, то в Брестской области он составил 12,7. Это один из лучших в республике, вернее, это самый лучший после города Минска. Вот это на протяжении уже многих лет. Несмотря на хороший уровень медицины в сфере деторождения, далеко не все в благоприятном течении беременности зависит от врачей. Очень важно отношение женщины к собственному здоровью и здоровью малыша. К сожалению, далеко не всегда будущие мамы подходят к этому вопросу ответственно, забывая о том, что вовремя невылеченные инфекционные заболевания, вредные привычки и невнимательность могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем у детей. А потому планировать беременность нужно заранее, чтобы максимально устранить все неблагоприятные для ее течения факторы. Для того, чтобы материнство приносило счастье, каждая будущая мама должна осознавать и понимать один из важных постулатов. Для того, чтобы родить здорового ребенка, надо быть здоровой и надо соблюдать определенные знания и элементарные нормальные правила поведения. Ребенок может родиться только в здоровой и полноценной семье. А здесь важно все, и моральный климат, и поведение, отказ от вредных привычек, их вообще не должно быть. На данный момент в области созданы все условия для исследований, консультаций и лечения. А потому порой только от отношения самих мам зависит будущее их детей. Семьям, планирующим рождение ребенка, стоит помнить о том, что специалисты всегда готовы прийти на помощь и дать необходимые рекомендации. А потому не бояться обращаться за помощью к профессионалам, тем более, когда от этого зависит будущая жизнь.